Еще об одном развлечении. 2 октября в Театре драмы состоится премьера спектакля «Пышка». История о совестливой путании и бессовестных людях из приличного общества. Она адресована самому широкому кругу зрителей. И тем, кто не прочь расчувствоваться в театре, и тем, кто любит напряженную интригу. Ведь здесь, как в хорошем детективе, до самого финала не догадаешься, кто же главный злодей. Даже зная одноименную новеллу Мопассана наизусть, вы все равно удивитесь. Мы приятно удивляемся тому, что вы абсолютно правильно отвечаете на вопрос нашего конкурсного задания.